Привет, привет. Добро пожаловать в новый влог. А где это мы? Мы очень спонтанно приехали в горы. И у детей супер вид на елки, буквально как в сказке. Нравится тебе, Игнат? Мы только заселились в очень уютный апартамент, который находится под крышей. Здесь целый такой небольшой пансионат прямо в центре Закопанова. Мы зарезервировали буквально за 2 часа до выезда. Здесь такая кухонька с раковиной. Ну, как всегда, чайник, даже малюсенькая кофемашина и плита. Если что-то подогреть там или, например, на завтрак по-быстрому что-то приготовить. Столик очень красивый. Я скажу вам, что если бы я увидела такое где-то в продаже, я бы даже домой взяла. Правда, оригинальный. Такой прикольный ковролин, как будто связанный свитер. Это наша кровать, на которой Томик только что чуть-чуть отдыхал. И здесь мы проведем ночь с субботы на воскресенье. Везде уже рождественские декорации, и в этих апартаментах также. Вот согласитесь, можно было бы не ставить мелочь, а приятно. И сразу создается такая очень праздничная атмосфера. Соскучились дети по снегу, конечно. Поэтому мы приехали доставить им удовольствие. Вкусно? Игнат, а какой снег на вкус? Сладкий? Какой? Горький? Безвкусный? Да ты что? А мама что говорила? У дороги не едим снег, он здесь грязный. Пойдем. Я знаю, что очень многие из вас точно так же, как мы, влюблены в Закопанное, несмотря на то, что это были семейные выходные, я все-таки решила немножко поснимать, поделиться с вами настроением и зимней атмосферой этого места. Причем я считаю, что сюда стоит приехать не только зимой, но и летом. Здесь есть что посмотреть, чем заняться. Эти красочные и также очень позитивные впечатления останутся с вами на всю жизнь. Это был один из первых курортов, которые я посетила в Польше много лет тому назад. И, к сожалению, вот если раньше здесь каждый год был снег, то сейчас это довольно редкое явление, и нет никакой гарантии, что приезжая сюда в январе или даже в феврале, вы застанете снег. Поэтому, как только мы посмотрели прогноз погоды и увидели, что снег таки есть и нет слякоти, мы тут же собрались и махнули туда. Это то, зачем мы сюда приехали. Я должна вам сказать, что эти ботинки из H&M вполне так ничего. У меня съехали носки, но ботинки очень удобные и тепленькие, совсем не замерзла. Могли бы быть, конечно, повыше, чтобы снег туда не засыпался, но я очень довольна. Наверное, это любовь. Томик, точно забирай его с собой. Будку уже построил. Будем там его держать. Красивый такой. Бодают Игната. Ну дай, пожалуйста, ослику. Боюсь. Сидай ослику. Нет. Ослик. Hello, Маркевка, кто первый? Ты лепший.
Так, барани са найбардіше. Тата, мама, ми стали клієнтами. Между прочим, альпак мы нашли совершенно случайно. Это было необычное утро. Мы остановились в апартаментах прямо напротив этого места, и Захар начал кричать: «Мама, там выгуливают альпак и козлов!» То есть из окон детской комнаты их было видно. И за денежку можно прийти, пообщаться с ними и покормить их. Так как у меня сейчас чуть больше свободного времени, я исполняю желания детей. И сейчас я хотела бы приготовить любимый десерт Захара. Он у нас огромный любитель панакотты. Посмотрите, какие красивые у меня бокалы для шампанского, но они также могут быть использованы как креманки. Они не слишком большие, эти у меня из Икеи, и чуть больше, как бы шире по диаметру, есть на Ларидут. Они, по-моему, там тоже по 4 штучки продаются. Я помню, что я покупала их и еще думала, зачем они мне? Я шампанское пью редко, а на самом деле для десертов самое то. Панакотта – это очень простой десерт, и нам понадобятся такие простые ингредиенты, самые обычные сливки. У меня 30%, берем минимум 30%, немного молока, желатин, ванилька и ванильный сахар. Помимо этого, в оригинальном рецепте кладут еще ром, наливают. Но я делаю десерт для детей, поэтому у меня будет ромовый аромат. Вот такой вот бренда Эдкер. Они у нас здесь продаются, вообще самые разные. В кастрюльку наливаем 100 мл молока. Если вы будете готовить на праздник, сразу делайте больше. Сливки, желатин, сахар. У меня, к сожалению, нет настоящей ванили, поэтому я беру ванильный сахар. Варим 10 минут и постоянно помешиваем. Растворяем желатин и сахар. Если добавляете ром, готовите для взрослых гостей, то тогда наливаем 20 мл. Я же добавлю чуть-чуть, прям несколько капелек аромата. И смешиваем. И теперь разливаем все по креманкам. Можно также использовать силиконовые формочки, но у меня их нет. Теперь ставим нашу панакотту на 3 часа в холодильник. Дайте, правда, ей остыть, чтобы не испортить холодильник. И потом украсим все ягодами, или заранее можете достать замороженные ягоды, какие-то фрукты из морозилки, и перемолоть это в блендере, полить соусом. Но у меня есть свежие малины. Все, встречаемся через 3 часа, когда моя панакотта застынет. После того, как наша панакотта застынет, украшаем ее любыми фруктами, ягодами, всем, что любите. Это нежнейший, вкуснейший десерт, который понравится не только вам, но и вашим детям и вашим гостям. Сохраняйте рецепт, и мне очень нравится подавать его в этих креманках или бокалах для шампанского. Выглядит очень изысканно и стильно. И при этом главное, что десерт вкусный. Завтра у нас намечается генуборка, поэтому я сегодня решила заняться шторами, повесить освещение, которое я купила на этот год. И вот это на самом деле гирлянда, которую тоже хочу попробовать повесить с мальчиками, потому что как представлю, что Томик сейчас придет из офиса уставший и скажет: «Еще ты со своими гирляндами». А может, и не скажет. Но в любом случае попытаемся сделать это сами, чтобы никого не напрягать. Что за освещение у нас на этот год? Я была на цветочном рынке и купила такие типа как фонарики. Игнат, подожди, не забирай. Я тебя просила переодеться, заяц, после школы. Я его сегодня пораньше забрала. В общем, выглядят они как шторы. И также к ним еще прилагается пульт, что крайне удобно. Можно поставить таймер, но главное, чтобы это все работало. Игнаш, пожалуйста, не раскручивай, потому что... Ну, вот именно. И я пока что не знаю, как я буду это вешать. Я в каком-то плане даже рада, что нас посадили на карантин на несколько дней, потому что наконец-то мне не надо было никуда ехать, никуда бежать. И я нашла время на то, чтобы заняться теми делами, которые постоянно откладывала на потом. Так как я хотела повесить освещение, я решила постирать шторы и отгладить их отпаривателем. У меня отпариватель Tefal, в принципе, я им довольна, я много раз вам его показывала. И я одолжила у соседей лестницу для того, чтобы добраться на самый верх.
вверх. А если со шторами у меня не было особых проблем, они, в принципе, неплохо отпариваются этой штукой, то с тюлью настоящая беда. А дело в том, что ее вообще не берет ни один отпариватель, а у меня есть еще и второй, как вы понимаете. А погладить утюгом на большой мощности тоже не получается, потому что можно все сжечь. В общем, я танцевала с этими шторами, с тюлью, и тюль оставила в покое, потому что я осознала, что я все равно никаким образом все это не выровняю. Это самая дешевая тюль из Икеи, и я покупала ее, потому что мне нравится гладкая, без каких-то узорчиков, и, если честно, то в других магазинах я нигде не могла найти ничего похожего. Может, вы мне что-то подскажете, потому что после моих украшательств мне придется ее сменить. Я, конечно, все понимаю, но что-то идеи автора не очень соприкасаются с реальностью. Моя твоя не понимать, что делать. Я протанцевала с этой тюлью и со шторами, я не знаю сколько. Ну, на самом деле, наверное, минут 40, но вообще не разгладилась. Ничем. К утюгу это все прилипает. Короче, пусть так и висит, буду искать какие-то другую тюль, потому что с ней невозможно бороться. Я перепробовала все. Смотрите, здесь есть вот такие крючки, и их, по сути дела, нужно как-то прицепить за карниз. Только как? У нас такой широкий карниз. Если он маленький, тогда проблем нет. И потом раскрутить вот каждую шторину отдельно. Они будут очень красиво мигать. Ну, должны, во всяком случае. Держите там за меня кулаки по ту сторону экрана, потому что это то еще дело. У меня две такие шторы. В этом году я говорила, что мы обойдемся без звезд. Но, как видите, не обошлись. Вообще-то, я сначала немножко расстроилась, а потом подумала, господи, просто делаю это первый и последний раз в жизни. А почему? Во-первых, повесить вот эту гирлянду – это то еще удовольствие, когда у вас нет крючков на шторах или же на тюле. Но сюрприз меня ожидал уже после того, как я все повесила и раскрутила. Даже не спрашивайте, как долго я этим занималась вчера. Не суть. Это выглядело настолько уныло, что я решила достать звезды. У меня были вот такие белые ажурные еще с прошлых лет. Это и киевские звезды, и решила повесить две небольшие. Обычно у нас здесь целых три, две поменьше и одна огромная. Но вот эти, которые справа, сияют ярче, и вообще никак невозможно это регулировать. То есть нельзя включить разные режимы. Мало того, здесь вот огоньки светятся через один, и они еще и моргают. То есть, наверное, камера немножечко это сглаживает, но когда это все находится рядом, это заметно. И вот эти более какие-то такие нежные, что ли. Короче, я потратила столько времени, я еще проснулась в 6 часов утра в субботу. Даже нет, к 6 я была уже на цветочном рынке, именно там я нашла эти гирлянды. Понятное дело, что мне их продали без какого-либо счета, поэтому, собственно, ни вернуть, ни поменять я никак не могла бы. И вообще, сама мысль о том, что мне пришлось бы это снимать и вешать заново, меня отталкивает, поэтому такое освещение у нас будет только в этом году. И в целом, окей, я уже не стану заморачиваться, оставлю как есть. И мне даже нравится вот эта маленькая елочка, которая стоит слева. Все как-то так гармонично. Для меня не чересчур. Я могла бы поярче, побольше. А так вот в сам раз получилось. Ну вот, и вторая гирлянда сломалась. Она не может просто светиться, как вот эта. Она теперь мигает постоянно. Поэтому имейте в виду, что с ними может быть по-разному. Также вчера я поставила сюда небольшие декорации. Мика игралась. О, и моим шариком в том числе. С детьми и с собакой только что-то декорировать. Хотела вам показать. Но есть как есть, и так неплохо. Могло бы быть гораздо хуже. Вижу, что елка ей также мешала. Она ее передвинула. Елочку я приобретала в прошлом году, и подсвечник из Икеи, в подсвечник насыпала такие жемчужно-золотистые шарики, и потом тоже можно будет повесить на елку, если в следующем году решу делать что-то другое. Обратите внимание на сетку, которая между нами и соседями. У них кот очень красивый, британец, по-моему, такой серый,
аж голубоватый, с небесно-голубыми глазами. Он очень часто приходит к Мике. Мика его не трогает, но соседи паникуют. Ну, мало ли, что там придет в голову собаке. Поэтому они вот поставили такую сетку, чтобы кот не прибегал к нам. Двумя словами, мама на карантине. Я решила побаловать своих мальчиков чем-то вкусным и также попробовать какие-то рецепты, которые я, скорее всего, буду готовить на Новый год. Я беру 2 листа слоеного теста, оно уже готовое, продается буквально в каждом магазине. И вообще-то из вот таких 2 листов можно сделать 1 елку. Но я хотела сделать с 2 разными начинками, с соленой и со сладкой, поэтому, как вы видите, я вот таким образом вырезаю 2 елочки. Я сначала аккуратно намечаю все ножом и только потом разрезаю. Я впервые это делаю, и в принципе у меня неплохо получилось. Убираю 2 лист слоеного теста и буду наполнять елочки начинкой. Тем временем я уже разогрела духовку где-то до 200 градусов. Одну из елочек убираю, мы займемся ее чуточку позже, а вторую буду намазывать нутеллой. Вы можете взять абсолютно любую сладкую начинку, это может быть корица с сахаром, это может быть варенье, повидло, но так как у меня была нутелла, я решила сделать вот такую выпечку по-быстрому в новогодней форме с нутеллой. Хорошо намазываю всю елку, как видите, дальше выкладываю 2 слой и размечаю все таким образом, чтобы сделать такие отдельные веточки. Вот такая маленькая красота у меня получилась. Я сразу рекомендую вам делать побольше. Я делала буквально на 1 раз. Теперь я смажу свою елочку взбитым яйцом, смешала его вилкой, и это все. Так все намазываю и буду запекать при температуре 200 градусов без термообдува всего 15 минут. Первая елочка готова, вы можете ее украсить, особенно если делаете это с детьми. Очень интересное развлечение. У меня были какие-то новогодние декорации, также малинка посыпала елку кокосом, и она сразу улетела. Мальчики были в восторге. Вторая елка будет у нас с соленой начинкой. Для начала я обжариваю лук. Далее я выкладываю замороженный шпинат, не размораживаю его предварительно. Измельченный чеснок, пропорции укажу вам в инфобоксе. На глаз выкладываю желтый сыр и также руками измельчаю немного феты. Пока сковородка еще горячая, я все это уже выключила, перемешиваю для того, чтобы сыр расплавился. Очень вкусно! Можно делать какие-то слоеные типа рогалики с такой начинкой, не обязательно в форме елки. Я же выкладываю на 2 часть елочки. Я люблю, когда много начинки, так не жалея. Еще один пласт ранее вырезанного слоеного теста и проделываю то же самое, что и со сладкой елочкой. Такая закуска очень эффектно смотрится на новогоднем столе, но я вам сразу говорю, делайте несколько больших. Прям покупайте 4 листа слоеного теста, чтобы получилось 2 елки. Не забудьте смазать елку яйцом, и я еще посыпала ее зернами сезама перед выпечкой. Запекаем тоже 15 минут. Вот такая прикольная и бомбически вкусная закуска у меня получилась. Очень советую вам попробовать как со сладкой начинкой, так и с соленой. Это пальчики оближешь, я вам гарантирую. Ась, пробуй. Спробуй. А спробуй какая с сыром. Идея с елочками из слоеного теста не моя, это я подсмотрела у Светы. Света Овсянкина — это очень классная девушка, у которой фантастические рецепты.
первую книгу Светы мне подарила двоюродная сестра Томака. И вот так виртуально мы познакомились. Света — балерина, она сама из России и проживает в Варшаве. Сейчас она стала новоиспеченной мамочкой, видите, здесь она еще в положении. Она мне дарила и вторую свою книгу с рецептами, и вот сейчас перед праздниками прислала третью. Спасибо тебе огромное, еще в посылочке были чаи. Это травяные чаи, согревающий и праздничный. Сейчас как раз себе заварю, потому что чувствую, что у меня побаливает горло, где-то я простыла. У Светы очень интересные рецепты, даже если вы не знаете польского, то переходите на ее страничку в Инстаграм, я от души вам советую, это тот блогер, на которого я сама подписана. Кстати, у нас со Светой часто совпадают кулинарные предпочтения и форма подачи, вы знаете, сестра по духу, можно так сказать. Я люблю заглядывать на ее профили в Инстаграме и всегда нахожу для себя что-то интересное. Я бы с удовольствием сегодня слопала такое хачапури. Сегодня еще не обедала, хотя уже время ужина. В общем, оставлю вам ссылки внизу и ссылку на книгу. Это замечательный подарок и себе, и также кому-то из близких. Я получила от двоюродной сестры Томака, с которой мы хорошо дружим, и до сих пор пользуюсь. Я в восторге. И книгу, кстати, ничто не заменит. Вот когда полистаешь, как-то так ощущение бумаги и наглядность картинки, все, в общем, спасибо тебе огромное, Света, мне очень приятно. Мы уже вернулись 4 дня тому назад. Я сегодня хотела снимать новогодний макияж, вы меня об этом просили. Несколько вариантов я показывала в Инстаграме, и не знаю, удастся ли мне заснять что-то для Ютуба. Отдельного видео точно не будет, возможно, во влоге покажу. Но хочу вам сказать честно, что обычно на праздники я хозяйка вечера, я много готовлю, я подаю все, я также сервирую стол, и мне совсем не до макияжа. Для меня это тот день, когда я готовлю в удовольствие и встречаю гостей. Меня никто не заставляет, меня никто не просит, вот знаете, как-то все организовывать. Я это люблю. И когда я крашусь, это так, быстро упасть лицом в тональный крем, чтобы он там сам распределился, чуть подкрашиваю ресницы, что-то нарисую на глазах и добавляю яркую помаду. Друзья мои, это не реклама. Это мои вечные фавориты, стойкая, яркая красная помада. Я люблю такие ядреные оттенки, как видите, но у них есть и более классические. Вот две всегда беру, одну из них, это жидкая матовая помада Пупа, номер 9 и номер 10. Я затрудняюсь сказать, чем они отличаются. Вот это в номере 10, наверное, чуть более морковная, не знаю, кое сегодня накрасилась. Опять, вы знаете, взяла ту, которая была ближе ко мне, а номер 9, она тоже красная, но как будто в ней есть чуть больше розового. Но все равно это вот приблизительно такой же оттенок, как у меня на губах. И они меня не подводят, не размазываются. После обеда, там, если даже ела что-то жирное, я только на центр добавляю, и весь вечер могу не переживать за свой макияж в целом и за макияж губ. На прическу тоже времени не остается, поэтому, наверное, я буду с хвостиком. На завтра у меня стрижка, потому что волосы уже не хотят укладываться, такая длина ни туда, ни сюда. И я вот думаю, наверное, нужно сделать тест, потому что я сижу с Захаром на карантине. Всю нашу школу отправили на карантин на 4 дня. Вообще, как-то так непонятно все. Причем нулевой класс продолжает ходить стационарно в школу, а все остальные учатся онлайн. Дальше нас и так должны были перевести на онлайн-обучение. Не знаю, кто там с кем контактировал. Обычно нам говорят, и тут просто решение директора школы, что все идут раньше на онлайн-обучение. И вы знаете, это, наверное, даже правильное решение, потому что сейчас пересидим и, во всяком случае, не закроют на праздники. Хотя это не точно, потому что нельзя ни в чем быть уверенной. И дальше праздники, куча выходных, дети вроде как должны выйти на несколько дней в январе в школу, а потом у нас новогодние, фу, не новогодние каникулы, а зимние каникулы. И у Захара все никак не заживает рука. Не потому, что у него проблемы с костями там или недостаточно кальция. Мы принимаем кальций, но дело в том, что у него очередной раз перелом в таком месте, где, ну, в этот раз рука, а раньше была нога. В общем, части тела подвижные, и поэтому
все заживает гораздо дольше. И сейчас вот только спустя 3,5 недели, а то и 4, мы перешли на ортезу, на руку. И я на зимние каникулы записала Захара на целую неделю на лыжи. Это лыжный лагерь, а еще одну неделю мы должны были провести вместе с семьей. Он хотел поехать, и это настолько популярный лагерь, в который записываются еще осенью девочки, и нужно внести предоплату, уже как бы речь не идет о деньгах, а о том, что ты опять же никогда ничего не можешь предусмотреть и угадать, как-то запланировать. Посмотрим, как будет с ручкой. Конечно, дети радости жизни, они постоянно преподносят какие-то сюрпризы. Но я думаю, что если так поговорить с каждой мамой, то приблизительно у всех все одинаково или очень-очень похоже. И сейчас вот мы с Захаркой сидим на карантине, как раз есть время и возможность замедлиться. Я планировала перед праздниками и меньше снимать, вообще меньше работать, больше времени посвятить семье, тому, что я люблю, это декорирование дома, это все какие-то такие предновогодние хлопоты. Ко мне также приезжает моя Настя, мы будем делать веночки, Лилька не сможет к нам опять же присоединиться. И не знаю, как будет с вот этим предрождественским ужином и с самим Рождеством. Да, конечно, такое время, что хочется одного, но получается совершенно по-другому. Я уже даже боюсь говорить что-то о Новом годе, потому что тоже и билеты купила, и потом снова ввели новые ограничения, и пока что неизвестно. В любом случае, мы всегда можем остаться дома и сами себе устроить праздник. Девочки, прежде чем мы с вами перейдем к следующей части влога, я хотела бы устроить здесь конкурс. У меня было несколько конкурсов в Инстаграме, я знаю, что не все на меня там подписаны. Это не будет одним из условий розыгрыша здесь на YouTube, но мне будет приятно, если вы присоединитесь ко мне и там, потому что иногда я показываю что-то здесь, иногда в Инстаграме, но в любом случае я хотела бы сказать вам огромное спасибо просто за то, что вы со мной, за то, что смотрите, за то, что комментируете, за то, что поддерживаете пальчиками вверх. И я знаю, что есть много молчаливых зрителей, которые тоже сопереживают, которые поддерживают, которые регулярно следят за тем, что я здесь публикую, которые являются для меня на самом деле близкими виртуальными друзьями. И вы знаете, к сожалению, нет возможности подарить каждому материальный подарок, но я желаю вам самого-самого лучшего и большое вам человеческое спасибо. Не блогерское, а именно человеческое. Я правда ценю каждого из вас. Я купила этот наборчик еще на скидках во время Черной пятницы. Была в таком официальном бутике Estée Lauder у нас в галерее Краковской. И мне показалось, что это будет хороший приз, потому что здесь собраны все мои любимчики от бренда Estée Lauder. Это полноразмерная сыворотка, вот такая знаменитая, также эссенция, она абсолютно прекрасна, мини-сыворотка, несколько раз тоже ее упоминала, и жалею, что не приобрела себе еще одну такую же, и крем под глаза. Вот такой чудесный компактный наборчик отправится одной из вас, все условия участия я напишу в инфобоксе. Но самое главное, что я хотела донести, это моя благодарность вам. Так, девочки, сейчас покажу вам по-быстрому платье, которое на мне, оно такое теплое здесь сейчас. Я даже не обрезала этикетку, чтобы не ошибиться. 44% шерсти и 20% альпаки, я так понимаю. Угу. Оно тянется, это размер XSS, я заказывала его на Loredoute. Тогда была очень хорошая скидка, я надеюсь, что она будет активная, я тоже оставлю вам ее под видео. Помимо платья, я, конечно же, покажусь вам сейчас в полный рост, я заказала себе высокие мунбутсы, вот такие, и в отличие от тех, которые я приобретала в прошлом году, они такие коротенькие, я их обожаю, я в них совершенно не мерзла, они прикольные, они так пружинят, мне удобно в них. И вот когда было много снега, и еще особенно, когда он тает, это не очень удобно, потому что они у меня тканевые, вот здесь все мокнет, и когда много снега, то все засыпается в ботинок. И я подумала, что
Вот это будет просто классный вариант для длительных прогулок и, в принципе, на холодное время года. Потому что у меня нет вот именно высокой зимней пары. Не просто, чтобы было красиво и стильно, а чтобы я по-настоящему не мерзла. И вот такие серебристые мунбутсы. У них там, конечно, странные размеры. Разделение всего на два. От маленького к среднему, от среднего к большому. Я беру тот, который поменьше, хотя размер у меня 38. Мне прям как раз. И такие, вот знаете, модные, стильные, прикольные космические валенки. Вот такие позитивные луноходы. Радует меня то, что они не будут промокать. И я не стану их носить с платьем. Конечно же, с какими-то спортивными штанишками, с леггинсами. Знаю, что кому-то они нравятся, кому-то нет, но я фанатка. Платье, конечно, огонь. С одной стороны, базовое, но можно надевать вообще куда угодно. Здесь стоечка, как мне нравится, и длина у него хорошая. Я в топулечках, то есть прикрывает колени. И тоже здорово то, что оно не в обтяжку. Не будут подчеркнуты все недостатки фигуры. Оставлю вам тоже ссылку на него. А по поводу вот этих луноходов, там есть разные расцветки, разные модели, тоже можете глянуть. Я долго искала какую-то толковую зимнюю одежду и заказала две вещи у бренда Robe. Я потом обратилась к ним и спросила, есть ли для моих зрителей какая-то скидка. Есть, 10%, и у них очень-очень красивые модели. Я, конечно, хотела сначала взять карамельное что-то, а потом решила, нет, пусть будет вот такой как бы цвет марсала, что ли, или цвет спелой вишни. Есть такая же модель еще с капюшоном, разные цвета и наполнитель. Очень-очень теплый на минусовую температуру. То пальто, в котором я была в Закопанем, оно больше на переходной какой-то сезон. В Закопанем мне было холодно, и также я знала, что мы будем много двигаться, идти активно в гору, поэтому могла себе позволить не сильно утепляться, но на мне был теплый спортивный костюм. А вот эти зимние вещи, они действительно греют. Сейчас надену. В Инстаграме вам показывалось, но у меня есть еще и укороченная модель. Это пальто выполнено из ЗК-кожи, и вот когда оно приедет, его достаточно развесить, оно само выравнивается, не нужно ничего отпаривать, оно придет в форму. Я буквально вот недавно все это распаковала, и я переживала за то, что такая модель может расходиться, потому что здесь только пояс. Но когда ходишь, то все в порядке, не разъезжается, ничего не приходится поправлять, два объемных кармана. Я взяла бы себе еще такое же в светлом цвете. Гляньте, какая длина. Даже если вы высокая девушка, то на вас оно тоже классно сядет. Я 1,62 м, и я ношу его тогда, когда за окном реальный мороз, а не шуточный. Но есть модель покороче, сейчас тоже пойду достану ее. Очень трендовая, очень модная, актуальная. Я еще в прошлом году искала нечто подобное, но, к сожалению, ничего такого, что меня бы устроило по качеству, не было. А вот сейчас тоже могу вам советовать, если вы находитесь в поиске. Как мне нравится эта куртка. И не только потому, что это мой любимый бежевый цвет. Хотя я думаю, что камера чуть-чуть по-другому его передает. Это как бы темный песочный, вот что-то в таком стиле. Здесь также большой воротник, пояс, карманы. Надевала ее где-то до -5, и вообще не было холодно, девочки. Такая она стильнючая. Очень классная, качественная и тепленькая. Я даже затрудняюсь сказать, какая из них мне нравится больше. Воротники такого плана – одна большая любовь. Я даже под эту куртку не надевала никакой шарф. Мне не задувало. Покупка из серии можно было обойтись и без нее, но когда я увидела его онлайн в H&M, я подумала, боже, это же воплощение зимы и праздников. Здесь вроде как не написано Christmas. Я, кстати, до сих пор еще не прочитала, что тут. Поэтому не обязательно надевать именно в праздничное время, но хотя он так и кричит о том, что праздники не за горами. Он, конечно же, акриловый, он не греет, но тем не менее он меня радует и поднимает мне настроение. Так же, как красная помада. Я хотела к нему еще светлые леггинсы, но их не оказалось, поэтому взяла самые обычные хлопковые. Черные тоже из H&M. Наконец-то он ко мне
приехал. Это мой подарок от меня для меня. Я ждала его 3 недели. Покупала на официальном сайте, потому что у нас в магазинах их совсем нет. Я стояла в очереди в 2, и с сентября мне не позвонили. Очень красиво запакован. Ой, блин. iPhone 13. И у меня память на 500 с чем-то гигабайт. Мне этого вполне достаточно. Много что я скидываю на компьютер. Мне кажется, или он больше. Так, здесь зарядка. Кстати, оригинальная зарядка гораздо быстрее заряжает. Снимаем пленочки. Не могу понять, сзади есть какая-то пленка или нет. Вроде как нет. Взяла себе белый, как видите, потому что, не знаю, у меня даже вся компания Apple ассоциируется с белым цветом. Помимо этого, в моем заказе были еще AirPods, но это не самые новые. Я посчитала, что я могу их потерять, поэтому начнем с версии подешевле. И, между прочим, когда заказываешь на официальном сайте, можно бесплатно добавить гравировку. И у меня надпись «Ося». До сих пор их не включила. Я подумала, что когда приедет телефон, тогда все вот это вот богатство распакую и буду разбираться. И взяла еще и этот чехол кожаный. План был другим. Почему он такой оранжевый? Он должен был быть коричневым. Вот елки-палки. Вот старый — это 11 Pro. Не помню, сказала или нет, что я тоже выбрала себе Pro. Но если бы мне не нужна была хорошая камера, то я бы, конечно, не меняла его, потому что он до сих пор в хорошем состоянии, и батарейка даже неплохо здесь все держит. В общем, я довольна. Теперь будут гораздо лучше фотографии, вообще качество съемки. Для меня, как для блогера, это важно. Но если бы я этим не занималась, я бы осталась со старым. Ему 2 года, и, наверное, я буду его продавать. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня были со мной. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет приятно видеть вашу обратную связь. Я уже подготовила для вас следующую часть предновогоднего, предрождественского влога. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много интересного, уютного и вдохновляющего. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.